Всем огромнейший привет, с вами снова Айс, и мы начинаем прохождение игры, которая называется Pin You Drive Homeless. Вторая часть инди-хоррора, которая нам очень в свое время сильно понравился, которая, наверное, в плане именно, пускай скримерного, но не только скримерного страха, наверное, является одним из запомнившихся очень сильно мне, очень сильно запомнившихся. Ну что ж, лес, человек, а знак, свет. Меня зовут Майлз Робертс. Я был в армии в течение какого-то времени. После моего последнего назначения я так и не смог вернуться к нормальной жизни. С тех пор я путешествую по стране и пытаюсь забыть то, что я пережил. Я видел много вещей в своей жизни, но эта ночь была худшей в моей жизни. Даже если никто никогда не хотел мне верить, все, что я тебе сейчас говорю, это чистая правда. Однажды ночью я бродил недалеко от восточного побережья, когда разразилась гроза. Чтобы укрыться от шторма, я искал место для ночлега. Почти как будто вызванный, я нашел старый заброшенный загородный дом. Думая о крыше над головой и горячей еде, я зашел в дом. Ладно, я пошел в дом. А если бы я знал, что ждет меня в этом доме той ночью, я бы никогда не пошел внутрь. Pin You Drive. А если не ошибаюсь, подождите, это же тот же самый дом. Это же тот же самый дом. Офигеть. Или мне показалось. Это то же самое. Пс. И пугало. И остальное. Ух, йоу. Так, ладно. Мы уже большие мальчики. Нам нужно собраться и показать, что не страх власти над нами, а мы властны над страхом. Правильно? Правильно. Поэтому все будет хорошо. Игра была, может быть, сохранена. Ёперный стыд. Сейчас 22:00, до рассвета много времени. Добро пожаловать в Pin You Drive. Используйте кнопки и Shift, чтобы двигаться и осматриваться. Нажмите E, чтобы выбирать и использовать предметы. Нажмите F, чтобы выключать фонарик, блин. Будем надеяться, что дом действительно заброшен, и в него есть выход. Вход, наверное, все-таки. Блин, это было реально очень похоже на... Ну, когда мы подходили к тому дому, в котором мы были в первой части. Это прям очень сильно было на это похоже. Ну, по идее, наверное, он и есть, потому что название-то поместье то же самое. Pin You Drive. Только там была куча статуи, да? Помните? А тут куча статуи нет. Куда статуи дели, гады? Верните нам наши статуи, блин. Может, я не в ту сторону пошел? Так, ну что ж. Оба! Сисечки. Вы видели, да? И лягушечки. Блин, это тот же самый домик. Это же великолепно. Это та статуя. Я узнал тебя. Я узнал твою ручку, которая прикрывает драгоценность твою. Это та же самая статуя. И дверь-то открыта. Помните, мы там ключики какие-то раньше искали, а сейчас дверь просто открывается и все. Я очень надеюсь, что тут будет свет. Здесь тихо, и тут можно поспать, потому что, как бы, ну, места много и крышево. Крыша есть, ёперный свет. Вот явно какая-то херня стоит. Ну нахер, я от монитора подальше как-нибудь, подальше.
Я сейчас обернусь, и сейчас эта херня какая-нибудь скажет вот так вот. Собака. На верхнем этаже. На верхнем этаже. Скрипели половицы, блин, уже. Ёп. Почему я не ожидал то, что это будет тот же дом, я не знаю. Наверное, потому что не хотел бы сюда возвращаться нахрен. Ну, кстати, дом давно уже, видите. Не обитаем, паутины много. Когда мы были в прошлые разы, тут паутины, конечно, не было. И самое главное что? Самое главное, был нахрен свет далеких планет. Сейчас у нас ни хрена нет. Ой, темно, как темно. На записи-то вы будете видеть это раза, ну, может быть, в 1 и 2, в 1 и 3 раза светлее все, чем есть. На самом деле, это вот эти штучки двигаются, кажется, если я правильно помню. Твою же Марусю. Всего лишь несколько скрипучих деревянных половиц. Нет никакого смысла паниковать. Блин, я на твоем месте так бы не говорил. Но у меня есть опыт по Ньюдрайву, а у тебя всего лишь опыт каких-то военных операций, возможно, мирных. Я бы сейчас поставил на опыт по Ньюдрайву. А чё все закрыто-то? А, ну все, все закрыто, я игру прошел, давайте до свидания. Это собака сама закрывающаяся дверь. Уж понимаете же, это ужасно. О, кроватка, блин. Ну, кто говорил, что кровать это не кровать? Для этой ночи должна быть достаточно этой кровати. Да ты походу уже не знаю в каких-то элитных войсках этих. Отельных пятизвездочных служил, потому что это шикарная кровать, это не какая-то там половица, блин, на полу. Короткое время спустя. Оба-на! Чё это нафиг было? А надо же проверить. Я бы лучше проверил это. О, тут еще ХП у нас, да, есть. Слышь, братан, я бы на твоем месте не ходил бы проверять это. Честно слово. Ну его нахрен. Мы же жить хотим. Да? Эта дверь уже открыта? Твою мать, там что-то еще было открыто. Свет фонаря так херово, блин, светит. Он понимает, что сейчас что-то будет. Я поэтому свет нахер выключаю. Хотя в этой комнате достаточно свет. А что светит-то? Где источник света этой комнаты? Дайте, например, разводной ключ на всякий случай. Ну. Если ты, блин, военный, ты по-любому взял бы ключ. Ты же не дурак. Это хер тебя знает, ну что-то прошло. Там что-то, сука, прошло. Все двери, что ли, открылись? Да ладно. Вообще законно. Использование вещества увеличивает здоровье. Тут у нас ХП есть тут, блин. Пипи? Эта херня сейчас будет опять поворачиваться там на нас. На самом деле, что надо делать? Ну, как бы это... Не бояться, я понял. Тут закрыто. Да ладно, выпустите меня отсюда, я домой пойду. Какого хрена эта дверь заперта? Кто меня тут запер? Какая скотина? Блин, и музыка попёрла. Я не хочу эту музыку слушать. Дайте мне что-нибудь другое. Батарейки, кстати, кто-то положил, да? Не только нас запер, но и батарейки положил. Спасибо, дядя.
Ух ты, ёб. Тихо! Не ссать! А если ссать, то тихо. Тихо, чтобы никто не видел. Можно ссать, но чтобы не видели. И главное, выполнить задачу, да? Тебе не следовало приходить сюда, Майлз. Теперь ты никогда не покинешь этот дом. Чё за хрень? Никто не знает, что я здесь. Ну, видимо, Майлз, кто-то знает, что ты здесь. Сукин ты сын, кому ты рассказал? Какой ты бывшей любовнице своей рассказал, которая хочет теперь отрезать тебе за это, блин, голову? Твою же заразу. Собака, я хочу зажечь эту, блин, фигню, я не могу. Мне стрёмно. Ключ сломан? Я ни хера не вижу. Ах ты, я не хочу на тебя смотреть. Да не закрывайся тут быстро-то, блин. Сучка ты. Тихо. Тихо. Здравствуйте. Блин, нету ничего такого, что ли, я не понял. Да ну нахрен, тут какая-то система работает, что мурашки по коже идут. Ну нахрен. Тут явно какая-то музыка специально, знаете, такая, ну типа, чтобы ссались люди. Твою же мать. Я что не могу зажечь-то? Ничего. Ой, блин. Ой, блин. Твою же за ногу. Так, спокойно. Спокойно. Вот так вот. Есть много слухов о старом доме в конце Panview Drive, но бездна в действительности еще глубже. Оба. А какого нафиг? Какого нафиг лешего? Загрузка пошла. Сейчас 23 часа, до рассвета 9 часов. Игра была нахрен сохранена, нахрен. Я ж зажигал! Эту поганую, блин, свечку. Почему поганую? Обычную свечу. Хорошую свечу! Большую, обычную, домашне-канцелярскую свечечку. Так, со свечкой сразу все становится теплее и бодрее, а? Как хорошо со свечкой. Так, ну ладно. Мы знаем, что... Самое интересное впереди, естественно. Я на куклу даже смотреть не буду. Я знаю, что она повернется в нашу сторону и заорет благим матом. Я не знаю, что там впереди. Я попробую открыть эту дверь. Блин, в Panview Drive было круче в начале, потому что сука свет был. Тут нас с самого начала, блин, пугают. Говорят, никакого тебе поганец света. Ё-моё, у меня батарейка фонаря кончилась. Он перегрелся нахрен. Ладно, если так. Чё это такое? Урна? Нажмите Е, чтобы поставить элемент здесь. А, тут, видимо, что-то с картиной связано. Как на картине нарисовано, нужно сделать, наверное. Какого художника? Свечка потухла. Я ее зажигал. Вот эту. Кошак, ты потушил, что ли? Ни хрена не вижу. Наверное, нужно перезагружать фонарь, да.
Твою же хорошо, да, все хорошо. Че ссать? Че лыбишься, падла? Эту херню я переставил, все нормально. Кот, ну зачем ты, блин, тушишь свечку, братишка? Кот, ты ж братан. Ты не должен свечки тушить. Кот, ты что? Не пугай меня так. Братан, братишка. Брат, братан, братишка. Валим отсюда, нахрен. Хотя мне кажется, что я что-то неправильно переставил, наверное. Не до конца, возможно. А может нам спать просто, блин, лечь? Бумаги разбросал, не было такого говна. Ну да, мы правильно поставили. То есть, смотрите, сюда эту мы поменяли местами. Все верно. В картине все было верно. Так. Ух, ё-моё, я не хочу. Фонарь с одной стороны сильно тратить, но с другой стороны без фонаря жопа. Вы ж понимаете. Ё-моё. Так, спокойно, все хорошо. Никого нет, все нормально, все гуд. Опять отражение не сделали. Васи. Почему у дихоров нельзя прилепить отражение? А прикиньте, не знаю, если вы с вебкой играете, отражение вашего лица в зеркале. Вот это от этого я бы, наверное, обосрался больше всего вообще. Хорошо, что у меня нет вебок. Это было бы реально жопа. Представьте только. Ну алло, ёпти. Вот херня пока что тут стоит, но она потом пойдет куда-нибудь. Мы ж понимаем, да? Здрасте. Ну, хп-то теряется, знаете, как быстро теряется хп. Что-то наш бравый вояка не такой уж и бравый, блин. Долгое время он служил, ё-моё. Блин, опять это пипи. Может, я зря это пипи сделал? Может, надо было без пипи как-то? Твою же за ногу. Ничего нет. Еще открываю дверь, такая херня. Поэтому я уже в бокс поворачиваюсь. Дверь открывать страшно, конечно. Слышь, может давай ляжем спать, а? Ну, подумаешь. Ну, пошалил кто-то и пошалил, хер с ним, а? Че мы будем на всяких этих Васи обращать внимание? Давай спать ляжем, братан. Да и все. Че мы реально, блин, как лохеры какие-то себя ведем. Мы же с тобой не лохеры, а мега лохеры. Твою же за ногу. Твою же за ногу. Предметы я правильно поставил. Это сюда, под это фото, это туда. Ни ключа чего-то нету, ни записки, ни приписки. Чё за чушь? А где записка, а где приписочка?
Братан, ну чё ты, блин, это... Да чё ты ссышь, всё хорошо. А как там юзать аптечки? Наш братан скоро помрет нахрен от страха. По ходу дела. О, а свеча-то горит, смотрите. Кое-где котик тушит, а кое-где свечки-то горят до сих пор. Это хорошо. Помните, тут где-то потайная дверь была, что типа этого, да, в первой части? У меня, походу, застрял, ребятки. Ребятки и девчатки. Я, походу, застрял. Слышь, пупс, куда нахер идти дальше? Куда, что ли? Ну там ничего нет. Врёшь, не возьмёшь. Оба. Опять-то статуи, которые глазами стреляют налево-направо. Стреляющая статуя. Ну, правильно же, смотрите. Правильно. А-а-а, я череп не взял. А где он на картине должен быть, блин, а хер его знает, где он должен быть на картине, да? Он на картине вообще есть? Его, блин, на картине-то и нет. На картине есть ваза, книга, урна и еще что-то. А черепа там нет. Пойти туда череп, что ли, влепить? Типа загадка на... Логику и сообразительность. Загадка от птицы Говорун. Ну, давайте влепим сюда, блин, не знаю, череп на... Не? Оба-на. Похоже, реально череп надо сюда в... А назад туда вазу поставить. Что все было по фэншую. Ну, по какому-то... А, не, нифига. Нифига не череп, по ходу дела. Блин, что-то у меня как-то это... Выделение нахрен пропало. То есть как ставить, непонятно. То есть с вазы я могу уйти. А с вазы не мог уйти. Офигеть. Чё-то я совсем запутался. Вот слово в общее. А, там какая-то... Там не череп стоит, там какая-то ваза такая стоит. Вот это... Вот эта ваза стоит там. Ё-моё, вот это я дурачина. Простофиля. Всё не так поставил, как надо. Настоящий, блин, Василий. Так, вазу нужно поставить вот сюда. Нет, не сюда, да ё-моё, назад. Чтобы быстро двери закрываются, это меня пугает. Так вот, вазу надо поставить вот сюда. Так. Спокойно, я сказал, спокойно. Все хорошо. Так, череп забираем сюда. Вазу ставим туда. Все изи, да? А череп ставим нахрен сюда. Ой. Не сюда. Фак! Спокойно.
Нервишечки. Вот, должен что-то открыться, да? Должен что-то открыться было. Только ни хрена не открылось. Есть, конечно, та картина. На картине все верно. Ух. Ну, череп-то мы поставили, как бы, да? Логично, что должно что-то сейчас, блин, где-то открыться. Твою же за ногу. Я не хочу никуда идти. Мне тупо стрёмно. Канделябр, блин, зажжем. Так, это нифига не берется, да? Как-то именно, когда наводишь на предмет, непонятно, иногда берется или нет. Да собака, что ж ты так, блин, зату... Кто-то задувает его по-любому. Ну, кто-то там, кто ходит, да? Какая-то херня на месте. Давай спать, не? Оба-на. Оба-на. А под кроватью чья-то, блин, рука. А это ничего, да, нормально так. Не пойму, не берется ни хрена, что ли. Чему не берется, непонятно. Хотел поиграть в ужастик, блин, играю в квест, ё-моё, в какой-то. Не хотел квеста, хотел ужастик. Ну, пипец. Ну я честно, я не знаю, честно. Что нам нужно сделать, чтобы как-то дальше пройти по сюжету? Чтобы убежать от этого дома, из этого дома поганого. Ну вазу-то я поставил. Возможно, череп ставит скот в другое место. Да? Угу, опять глазами, туда-сюда, туда-сюда. Свеча горит, свеча горит, это хорошо, что она горит. Чип какой-то такой, знаете, не такой. Да, скорее всего, череп нужно поставить куда-то другое место. Так я ни хрена не понимаю пока что, потому что, блин, стрёмно было. Я как-то не сильно рассматривал картины поначалу. А сейчас уже... Да, там череп стоит, все правильно. Только свеча затушена. Свечу, наверное, затушить, по ходу дела. Чтоб все получилось. Чтоб все получилось, надо затушить свечу, да? Или нет? Вот в чем вопрос. А я тебя не хочу затушивать вообще ни разу. Ну, походу, надо. А, ключ-то, блин.
Ой, я Вася, ну это, блин, страх, потому что стрёмно, поэтому не заметил, блин, слона. Бывает. Угу. Ключ-то не отсюда, да? Не отсюда, потому что было не закрыто. Ключ-то отсюда. Блин! Вы видели, что дверь-то со мной делала это, блин? Это ж жопа. Не, ну молния достаточно неплохо освещает, на самом деле. Так, статуэточка. Спички. Кувшин, походу, да? Кувшин. Так, давайте зажжем это все. Батарейки, отлично. Нужна еще одна картина, блин. Куда статуэтку ставить, непонятно, да? Ну, по крайней мере, пока непонятно. Тут было чучело, помните? Если я не ошибаюсь. Милое такое чучело. Давайте зажжем свет. Нахрен. Че, спички? Спички — это хорошо. Спички — это всегда хорошо. Что-то у нас слишком много мест пускают сразу. Как-то аж, блин. Как-то аж, блин, стремновато, что пускают уже. Твою мать. Опять ты пс. Я чувствовал, что будет пс. Собака, опять мурашки пошли. Хуже типа пс. Нихера не вижу с этим фонарем, блин. Не фонарь, а... Хер пойми чё. Твою мать, ты, сука, сказал, да? Эти клоуны разрублены нахрен, это хорошо. Это очень хорошо. И дверь закрыта, зашибись. И телекрен включи, да? Ну, на самом деле, может быть, это не самый плохой вариант, уж и телек не включить. Я тут и ищу разные эти, как у картины, блин. А я их что-то как-то не нахожу. Ну, имеется в виду, какие картины. Куда что ставить, там, статуэтку, да? Хотя, с другой стороны, надо было, блин, вначале, наверное, взять тогда, чтобы уж ставить такой вот потом. Если уж ты такой, блин, ставилище к статуэток. Ни записки, ни приписки больше. Ё-моё. Ух, ёж. А, это, понимаете, это статуэтки для каких-то ачивок, точно. Перный стоит. Нам же вначале написали ачивка. Ох, я шматрёшь, корёшь. Чё нам... Погоди, тут что-то берется, блин. А, вот это, наверное, выделилось, да? Как-то странно иногда выделяется, как бы наводишь квадрат, когда вот я ставил, да, ну то есть наводишь поле вид зрения, как бы, да? Давайте так это определим. А те предметы вроде не брались, нифига. Ну вот это берется, это хорошо. Это берется, это очень хорошо. Дверь заперта.
Он пока на месте. Еще одна статуэтка. Она, кстати, немножко жизни, если не ошибаюсь, останавливает. Ты что ли, блин, тут шурудишь, ё-моё? Пёс шурудивый! Щаляпай. Щаля-щаляпай. Все началось с того, что семья Хартсмартов тогда купила старое поместье. Фух, опять не заметил. Не заметил листок. Ну потому что это пси-пси. 12 часов, 8 часов до рассвета. Игра была сохранена. Ну что ж, на этом первая наша серия заканчивается. Начало достаточно интересное. Правда, эти... головоломки слишком легкие, и опять сам себя в них передумываю. Спасибо, кто смотрел. Следующая серия, не знаю, когда будет, пока что, честно. Стараюсь как можно скоро. Как можно скорее. С вами был, как всегда, и ждите новых серий. И всем пока.